Нижегородская молодежная команда «Чайка» не без труда заработала очередные победные 3 очка. Подопечные Вячеслава Рьянова на своем льду принимали аутсайдера Восточной конференции «Кузнецких медведей». Еще в начале встречи хозяева могли отличиться, но Егор Шевелин не смог переиграть вратаря гостей, когда судьи назначили штрафной буллит. Зато медведи свой шанс не упустили и уже через 40 секунд открыли счет. Они результативно использовали большинство в плюс 2. «Чайка» еще до перерыва многократно могла отличиться, но отдыхать команда Вячеслава Рьянова все же отправилась в роли догоняющей. Зато к середине второго периода нижегородцы переломили ход игры в свою пользу. В течение 5 минут в воротах «Кузнецких медведей» побывало 4 шайбы. Владислав Богословский замкнул передачу на дальней штанге. Михаил Потапов вырезал бросок на выходе из-за ворот. Артему Ситнову удалось отличиться из средней зоны, а его тезке Аляеву от синей линии в большинстве. Увеличить счет мог и Шевелин, он опять заработал буллит. Но Егор вновь не смог выиграть дуэль с вратарем. И как в первом периоде, после отраженного штрафного броска, гости реализовали большинство и, что называется, вернулись в игру. В третьем периоде «Чайке» пришлось немало обороняться. Кузнецкие медведи изо всех сил старались отыграться. Развязка наступила на последней минуте, когда Денису Шуракову удалось поразить пустые ворота гостей. Итог 5-2. После третьей подряд домашней победы «Чайка» вышла в лидеры Восточной конференции МХЛ. Сразу 4 представителя областной федерации тайского бокса завоевали золотые медали чемпионата и первенства России. Соревнования прошли в Крыму, и там был установлен своеобразный рекорд. Впервые турнир такого уровня собрал представителей 37 регионов страны. И там наши спортсмены оказались вне конкуренции. Первые места в своих группах заняли Надир Исхаков среди мужчин, Алексей Бросов и Виктор Кудряшов, оба юниоры, а также среди девушек равных не было Алене Ефимовой. Было сложно. Морально сложно, ну, очень волновалась сильно. Соперницы были из Осетии, они сильные там, ну, хорошая подготовка. Сложновато было. Победители чемпионата и первенства России теперь будут защищать цвета нашего флага в Европе. В конце сентября турнир Старого Света пройдет в польском Кракове. С одной стороны, нам есть чем гордиться, ведь сразу 4 представителя Нижегородской школы тайского бокса завоевали путевки на чемпионат и первенство Европы. С другой стороны, как в той песне, где деньги, Зин? 4 медали для нас так неожиданный результат. Мы, конечно, не надеялись, но такого количества медалей не ожидали. Причем, как бы, эта поездка на чемпионат Европы не финансируется ни ФТБР, ни Минспорт сейчас, потому что мы бюджет свой израсходовали. Поэтому помимо радости есть определенная такая горчинка, что нам сейчас приходится большие финансовые затраты искать. Кроме Европы, наши бойцы уже в ближайшие дни выступят и на профессиональном ринге. 12 сентября пройдет пилотный турнир «Царь горы». И там за награды будут бороться наши Евгений Балан и Евгений Воронцов. Григорий Жигин, Алексей Калякин. Объективно спорт, ННТВ.